серьезное испытание в целом-то. Потому что соперник весьма опытный. И нужно сразу доказывать, что ты не лыком шит. С тяжелого силового джеба начинает этот бой Алан Макитов. Амин вытягивает соперника по-прежнему на себя. Боковой им зашел сейчас Эльгашев. И тут отвечает тут же Алан Макитов. Но тянется, конечно, за ударом Амин. Видно, ну, что и... по скорости, пожалуй, Алан его переигрывает. Да, и хочу сказать, что те три победы, которые сейчас есть в активе Алана Макитова, они все досрочные, все либо нокаутом, либо техническим нокаутом. Более того, даже прозвище Natural Born Killer. Прирожденный убийца. Макитова, да. Прирожденный убийца. Ну, естественно, это все в метафорическом смысле. То есть тот самый боец, который умеет отправлять спать своих оппонентов раньше отведенного на то времени. Но выводит себя регулярно Амин Эргашев как раз на вот этот боковой слева на скачке. И рано или поздно его должен просчитать на этом движении Алан Макитов. Поджимает Макитов, но удары пока не наносит. Что интересно, и Алан, и Амин преимущественно действуют руками. Пока что вот в первые две минуты ногами сильно никто не бил. Ну да, предпочитает боксировать в основном. Ну, выцеливает такое ощущение Макитов. Он ждет момента. Очень следит внимательно за своим соперником. Двигайся в сторону, двигайся. Да, слышит хорошо свой угол Алан Макитов. Опять бросает джеб. Давай, работай. Бог что отрабатывает, ставу выше два девушки. Бог что отрабатывает, попробуй. Долгий на борьбу, можно! Промахивается, ну, хорошо, Амин Эргашев, да. Нарывается на удар. И так, предпочитает пойти побороться. А побороться не получилось. Просто не дал себя сдвинуть. Алан Макитов, обладающий такими исполинскими данными. Оу! Это на встречный как раз нарвался Эргашев. Ну и экономно пока что расходует силы Алан Макитов, то есть не бросается в рубку. Да, бьет сильно, но одиночными двойками, не более того. Пока что. Ну это пока такая присматривается, подготовительная работа скорее, действительно. О, еще один плотный джеб. Внутренний лоу-кик бросает Амин Эргашев. Поджимает Алан. Пытается сблизиться сейчас Амин Эргашев. Хай-кик. Ну, такой просто хай-кик. Чиркнул по рукам. По сути, ленивый хай-кик такой. Такого можно назвать. Корпус пробивает. А, и ждал как раз движения встречного на себя Алан для того, чтобы выбросить этот удар. Но пока вскользь. Если это, да, вот хорошо через джеб, и сразу же добавил второй, уже сильнейший правый. Да, показал, что и серийная, и ручная скорость тоже хорошая, серийная работает умеет. Но если это разведка, то она несколько затянулась. Первый раунд практически весь под ним. Хороший голода. Боковой залетел-то у Эргашева. О, да. Ботануло Алана. Тот самый, кстати, боковой, на который соперника выцеливал. Да, включается какая серия ударов. И 35 секунд еще есть. И готов снова уже вмешаться. Нет, терпит Протасов. Пока что Алан Макитов. Наплывет уже, да, мне кажется, и туда останавливает. Вот это да, вот это перелом поединка. Казалось бы, сейчас снесет просто Алан Макитов своей мощью Амина Эргашева. Но какое терпение, какая сила воли.